друзья. Добрый день, уважаемые участники соревнований, тренеры, судьи, гости. Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии открытия 15-го традиционного турнира по спортивной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта Сергея Карахордина. Участников турнира приветствует председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Кобзаренко Петр Иванович. Уважаемые участники, уважаемые судьи, организаторы, родители, от комитета по физической культуре и спорту разрешите поприветствовать и поздравить вас с открытием этого замечательного традиционного турнира на призы Сергея Карахордина. Спортивная гимнастика у нас базовый вид спорта. В течение этого года, несмотря на сложности, связанные с пандемией, вы все равно весь план, тот, который вы намечали, выполнили, показывали отличные результаты. Мы следили за вами, радовались вашим успехам. Надеемся, что вы будете также дальше продолжать. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья. Ну и дальше радуйте нас своими выступлениями на разных площадках, чтобы мы радовались вами и гордились вами. Всего хорошего и удачи вам! Слово предоставляется полномочному представителю Федерации спортивной гимнастики России в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Козику Александру Владимировичу, город Новосибирск. Добрый день, уважаемые спортсмены, уважаемые тренеры, руководители. Позвольте вас поздравить с наступающим Новым годом. И хочу напомнить, что 2 года назад, когда мы здесь были, в общем-то, обещание давали, что ваш зал преобразится. И хочется сказать, что в этом году полностью переоснащен зал гимнастики на сумму более 11 миллионов рублей. Федерация спортивной гимнастики, естественно, включилась в этот финансовый процесс. И сегодня соревнования прошли на оборудовании, которое устанавливается на чемпионатах мира, Олимпийских играх. Если не верите, можете у Сережи Надина спросить, он подтвердит. Еще раз поздравляю с наступающим Новым годом. Всем здоровья, самое главное. Слово третье место занял Полоскин Савелий, город Новосибирск. Город Барнаул. Первое место Халилов Хусейн, город Новосибирск. Награждение проводит Кобзаренко Петр Иванович, председатель комитета по физической культуре и спорту город Барнаул, и Самсонов Иван Иванович, заместитель директора Центра спортивной подготовки.